Я всех приветствую, меня зовут Олег Димитров. Это курс по заработку на практической психологии и нейротерапии. Этот курс будет полезен как для тех людей, которые уже понимают, что хотят развиваться в психологии, им эта область интересна и, возможно, даже уже есть какое-то медицинское образование, так и для тех, кто ни в медицине, ни в психиатрии, ни в психологии никаких нет знаний и нету никаких дипломов, я также объясняю все с нуля. Этот курс будет интересен для тех, кто хочет зарабатывать деньги и, возможно, еще не знает, как это делать и в какую область пойти. Курс практической психологии, он очень актуальный, потому что, общаясь с разными людьми из разных стран, тех, разумеется, которые разговаривают на русском, я вижу, что из сотни людей, возможно, один только не нуждается в помощи психолога или психотерапевта. Так или иначе, у людей есть чувства, которые им не нужны, у людей есть заболевания, которые связаны с психикой, то есть психосоматикой. И многие процессы они просто не понимают, как работают. Например, ко мне обращаются бизнесмены, у которых нет энергии, и они не понимают, почему я не хочу двигаться. И все эти процессы, они завязаны на голове. И понимание того, как работает мозг, дает вам огромные возможности для работы практически с любым сектором, где есть люди. Эта тема очень актуальна, и то, что сейчас предлагают в русскоязычном сегменте, этого абсолютно недостаточно. Та психология, которую мы видим, это больше в стиле поговорить, то есть пришел, поговорил с психологом и ничего не произошло. Конечно, я понимаю, что основная цель, по которой большинство людей сюда переходит, это заработать на этом денег. Но если эта тема по заработку денег вам будет неинтересна, вы эту тему быстро оставите. Тема в психологии, она очень глубокая, очень интересная, и вы даете реально значимые результаты. И также вы будете понимать, работая с этой темой, что ваши клиенты, они никогда не кончатся. Если вы захотите проверить эту тему, вот насколько она актуальна, можете зайти в аптеку и посмотреть, как люди закупаются. Они чуть ли не мешками выносят оттуда медикаменты, причем приходят туда каждую неделю, вот как ходят в супермаркет. Огромные деньги тратятся на лекарства, которые не работают. И со временем люди начинают понимать, что не все болячки лечатся таблетками. И здесь как раз уже выступаем мы показываем короткий путь, почему у вас тело чувствует себя так, или почему чувство вот здесь вылезает. Чем этот курс может быть для вас полезен, если вы еще не знаете, в какую область двигаться, и вам в принципе психология интересна, и либо вы уже нацелены на психологию и хотите именно в этом курсе развиваться. Это курс очень конкретный. Я не рассказываю, как тестировать ниши, как делать лендинги и другие знания, которые вам не потребуются. Наше обучение состоит из трех логических блоков. Первое – это, естественно, сама техника, как мы будем работать. Техника, которую я наработал через практику. Изначально я стартовал с 5-PAD гипнозис, через гипноз, гипнотерапию, но постепенно отбрасывая ненужные части и видя, что не все работает, как пишут в книгах, и не все нужно. Часть техник, которые используются в 5-PAD гипнозис, она больше для маркетинга. И из этого вылилась моя собственная методика, которую я использую. То есть первый блок, который будет даваться на этом курсе, это сама техника, как работать с чувствами и с психосоматическими заболеваниями. Второй блок – это по чувствам, чтобы человек понимал, как он работает, почему у него происходит так, почему он просыпается утром, а у него нет энергии, или почему он просыпается ночью, а у него в голове огромное количество мыслей. Почему у него среди дня вдруг появляются какие-то картинки или мысли, непонятно откуда, внезапно. И все эти процессы я также объясняю. И третий блок – это, естественно, деньги и реклама, как с этого зарабатывать, потому что психологов огромное количество, но большинство из них не может заработать столько денег, чтобы жить так, как им нравится. Курс очень конкретный. Я рассказываю и как работать с чувствами, как работать с психосоматикой, что влияет на сами эти чувства, то есть вообще в принципе устройство этой жизни и роли человека в этой жизни. То есть это смыслы, цели, действия, удовольствие и как все это связать в единое. И последний момент – это как из этого всего извлечь прибыль, как зарабатывать на этом деньги. На этом можно зарабатывать и можно зарабатывать много. Если говорить по срокам, за 2-3
4 месяца вы можете выйти на уровень 30, 40, 50, 60 тысяч, а дальше сотку вы можете пробить уже через полгода, через год, и дальше ваши границы, как будете вкладываться. Кроме того, что вы становитесь специалистом, хоть и не дипломированным, хоть у вас и не будет дипломов, но об этом мы чуть позже поговорим на самом курсе, вы прокачиваете навыки коммуникации. Вы понимаете, как работает психика, вы понимаете, почему люди действуют так, а не иначе, что их мотивирует, почему они идут в эту сторону. Потому что вы, пропуская через себя сотни людей, с каждым человеком вы копаете очень глубоко, понимая, чем он живет, какие у него отношения с женой, есть ли секс, нравится ли ему его работа, сколько он получает. И все эти процессы вы узнаете очень досконально. Пропустив через себя большое количество людей, вы начинаете видеть шаблоны, вы начинаете видеть, что людей действительно волнует. И это сказывается на вашей коммуникации. Если раньше вы не понимали, что говорить, как говорить, как выстраивать коммуникацию, то здесь будет понятно, что важно для этого человека. Вы разговариваете и видите, что какие-то струнки напряжены, что-то его беспокоит. Он, может быть, это вербально не говорит, но вы это видите. И вы начинаете в эту сторону копать, вам просто становится интересно. У меня происходит так, что я разговариваю с человеком, я вижу проблему, я вижу то, что его беспокоит. И мне интересно, попал ли я в цель или нет, та ли это догадка или нет. Я начинаю в эту область копать. И, к примеру, вы разговариваете с человеком, видите, что у него на коже высыпание. И вы понимаете, что здесь может быть три причины. Одна из которых вас не касается, и вы на нее не можете повлиять, и он, скорее всего, тоже не сможет. Две из них, на которые можно повлиять. Вы тестируете первую, потому что вы понимаете, как это работает. Просто вам интересно. И видите, что нет, психика, тут все окей. Здесь нету второго дна. И вы тестируете вторую нишу, что у него по физическому напряжению. И вы расстаетесь, вы ему никаких советов не давали, ничего больше не рассказывали про то, почему у него так обстоят дела с кожей. Вы на этом расстаетесь с этим человеком, а человек идет и думает, что, возможно, моя кожа связана с тем, что я напряжен. Он начинает смотреть на все эти процессы и видит, что действительно он весь день, у него тело в тонусе. И он понимает, что большую часть времени его тело напряжено, и, возможно, это то, что повлияло на его кожу. И вы тот человек, который эту информацию ему передали. Эта коммуникация, которая между вами произошла, для вас это было просто, ну, просто было интересно поговорить. А для него это целое открытие. И когда я разговариваю с окружающими людьми и делаю примерно подобное, я это делаю просто мне интересно. Мне интереснее разговаривать об этом, чем, скажем, о погоде. И процесс коммуникации начинает играть совсем по-другому. Поэтому этот курс можете также рассматривать как один из трамплинов для того, чтобы научиться коммуницировать действительно качественно, глубоко, не в стиле «я тебе сейчас посоветую, я такой умный, я этот путь уже 100 раз проходил», а давать действительно качественный разговор, который приводит к результатам. То есть человек после этого разговора понимает, что у него есть другие варианты действий или высвечивает какую-то область, на которую он раньше никогда внимания не обращал. И это очень интересно, это очень интересная область для развития, для прокачки своих навыков. Она бесконечна. Вы можете заниматься этим хоть 20, хоть 30 лет, и это очень кайфово. К сожалению, пока другого пути, как в эту область прийти, прокачать свои навыки по коммуникации, и я не вижу. Я когда приходил в психологию, я был достаточно прокачан в коммуникации, потому что я вел различные тренинги, спортивные мероприятия, клубы по достижению целей, и я считал, что я достаточно прокачан в коммуникации, у меня, в общем-то, хорошо. Но после того, как я начал работать с людьми, мой уровень коммуникации, он значительно вырос, я думаю, где-то на голову. И я стал больше получать удовольствие от процесса простого общения. Одним из важных пунктов нашей работы является принятие себя и любовь к себе. Вы тот человек, который будет первым подопытным, вы тот человек, который будет выстраивать себе жизнь. Потому что помогать другим, когда у тебя в жизни все плохо, это довольно сложный процесс. Поэтому у вас должно быть все хорошо. Вы должны себя чувствовать кайфово, хорошо. Вы должны чувствовать, что вы реализовываетесь. Вы должны чувствовать, что вы любите себя, принимаете окружающий мир, принимаете окружающих людей.
Этот процесс очень полезный, вам он понравится. Могу сказать, что жить с принятием себя, окружающего мира и окружающих людей намного приятнее. Я также объясняю, как это сделать для себя, а потом уже для других. То есть все процессы, которые мы будем рассматривать, мы, естественно, пропускаем через призму себя. То есть я сначала сам пробую, а потом я это передаю. Также вы будете понимать, что такое счастье и что нужно людям для счастья. Тема очень сложная, тема очень большая, но понимая эти процессы, вы будете и выстраивать и свою жизнь более комфортно и более счастливо, и жизни помогать выстраивать жизнь окружающим людям. И я бы назвал курс, который мы будем проходить, кроме технических моментов, когда мы будем убирать чувства, это базой. Базой, потому что вы будете понимать вашу роль в этом мире, вы будете понимать, вашу ответственность, где она начинается, а где она заканчивается. Ответственность окружающих людей. И многие процессы, которые для меня кажутся очевидными и элементарными, многие люди их нарушают. И при этом, когда они нарушают эти, скажем, законы, они получают негативные результаты. Потом удивляются, почему я себя чувствую плохо, почему у меня возникает вина, почему у меня возникает стыд. Но если эти законы не нарушать, то, соответственно, жить будет легче. Понимание того, какую роль занимаете вы в этом мире, в мире окружающих людей, и понимание того, как работают чувства, я считаю это базой. Это то, что можно было в школе, например, на уроке вместо уроков биологии давать как уроки по тому, как работает человек. И это очень важные и ценные знания, которые вы сможете использовать, и ваша жизнь будет от этого только улучшаться. Я могу сказать, например, по своей производительности, что за последние полгода она выросла многократно. Я могу 8 часов заниматься одним и тем же делом, и при этом я буду себя чувствовать замечательно. До этого мне было сложно себя посадить хотя бы на 2 часа. Мне нужно было прям себя заставлять. Но когда ты понимаешь, как все эти процессы работают, почему мне хочется делать что-то, а почему не хочется, почему здесь есть напряжение, почему здесь нет, почему одни дела я могу делать очень долго, а другие мне прям нужно себя заставлять. Наша работа состоит из навыков. Навыки – это коммуникация, навыки работы с чувствами, то есть сама психология и нейротерапия. Вы можете благодаря этим навыкам работать в принципе с любым сектором, с каким пожелаете. Объясню. Мы начинаем где-то, на старт нашей работы, мы начинаем работать с промежутка от 0 до 5. 0 – это те люди, у которых совсем все плохо. Это депрессия, алкоголизм, наркомания и суицидники. Те, кто хотят себя убить. Это пограничный пункт. Мы примерно работаем от него до где-то 5. Это наш портрет клиентов, те, которые чаще всего к нам будут обращаться. 5 по 10-бальной шкале – это те люди, которые уже у них все нормально, они ходят на работу, их в принципе все устраивает, но хотелось бы лучше. И работая на этом секторе, соответственно, чем ниже вы к нулю, тем меньше денег. Потому что люди, которые себя чувствуют очень плохо, в большинстве случаев они зарабатывают мало. Но вы можете работать с любым отрезком, с которым вы пожелаете. От 5 до 10 интересный достаточно отрезок. Десятка – это люди, которые чувствуют себя эйфорией, прыгают от счастья, от радости. Все получается, чувствую себя победителем. В этом секторе уже больше идет речь не про болезни, не про психосоматику и не про чувства. И если мы там и работаем с клиентами, то обычно это встречи не очень продолжительные, то есть там быстро решаются вопросы. Но здесь больше про действия, про мотивацию, про выстраивание жизни, про смыслы, про то вообще, куда двигаться. И более такие глобальные. И плюс этого курса то, что вы можете работать в принципе с любым сектором. Если вы захотите уйти из психологии, вы берете сектор коучинга, сектор тренерства и переключаетесь на людей, у которых уже есть результаты, и просто их дотягиваете вверх, понимая, как все эти процессы работают. И благодаря этой базе, которая у вас будет, вы, в принципе, можете уходить в любой другой сектор. Может быть, у вас есть своя компания, где вы уже являетесь руководителем, и вы сможете, благодаря этим процессам, которые я буду рассказывать на этом курсе, выстраивать с ними отношения уже на другой почве, потому что вы будете понимать их боли, их страдания, их хотелки,
в чем они получают удовольствие и как все это сделать так, чтобы им было еще лучше и чтобы они хотели на вас работать. Итак, резюмирую, что даст вам курс заработка на практической психологии и нейротерапии? Первое, это, разумеется, деньги – это заработок. Гибкий, удобный, вы можете путешествовать, как, например, делал я. Я приехал недавно с Азии, 4 месяца путешествовал на мотоцикле, принимал клиентов по скайпу. Это очень удобно, очень классно, и вы можете, если вам нравится, вы можете пройти этот путь. Сейчас я принимаю в Москве, часть клиентов очно, часть клиентов по скайпу. Тех, которые мне нравятся, я, соответственно, принимаю очно. Если кто-то удаленно, например, из другой страны, соответственно, по скайпу, кто-то, кто в Москве, иногда мы очно, иногда по скайпу, все очень гибкое. И это очень круто. Второе. Этот курс, хоть он и не самый простой для заработка денег, но он очень полезный. Потому что те навыки, которые вы получите, они скажутся на всех секторах вашей жизни. И вы сможете с помощью этих навыков зарабатывать намного больше денег, чем вы зарабатываете сейчас. Третье. Вы научитесь любить себя, принимать себя и получать от этого удовольствие. Также вы повысите уровень вашей жизни, потому что это входит в курс. И для того, чтобы вам повышать свой ценник, вам нужно повышать свой уровень жизни. И здесь происходит интересный момент, так как вы понимаете, что для того, чтобы ввести своих клиентов, вы должны себя чувствовать хорошо. И это мотивирует вас двигаться вперед, чтобы вы себя хорошо чувствовали, чтобы ваше тело себя хорошо чувствовало, чтобы ваша жизнь была интересной. И это мотивирует вас двигаться вперед. Я жду вас на своем курсе. Олег Димитров был на связи. Пока и хорошего дня.